Ну, зачем это нужно? Ну, во-первых, мы сильнейшие спортсмены в мире, сильнейшие спортсмены, а сильнейших обычно не очень-то любят и не хотят. Ну, а сама международная обстановка вот такая, что давит на нашу страну и пытается теперь давить на спорт, чтобы старается уязвимое место, потому что мы сильнейшие в мире, и вот старается всячески нам сделать какую-то, ну, грубо говоря, гадость, неприятность, чтобы нас лишить этого праздника. Вот только так я могу вот это ощущать.